В детской деревне СОС в Томилино запустили новый социальный проект «Укрепление семьи». Он направлен на профилактику социального сиротства, а также на поддержку семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Наверняка в жизни каждой семьи возникают моменты, когда она сталкивается с проблемами. Некоторым удается разрешить конфликты самостоятельно, внутри своего дома, а некоторым нужна помощь окружающих. Теперь при возникновении кризисной ситуации таким семьям есть куда обратиться. В детской деревне СОС Томилино психологическую поддержку получают все, кому это необходимо. С октября прошлого года здесь действует программа «Укрепление семьи», основная цель которой – профилактика разлучения детей с биологическими родителями. Посчитали возможным и необходимым открыть двери нашего учреждения для того, чтобы каждый ребенок, каждая мама, которая оказалась в силу каких-то обстоятельств в кризисной ситуации, могла бы сюда прийти спокойно, получить на первом моменте, когда она только пришла, внимание и заботу о ней, на втором этапе получить консультацию. Кроме внимания, заботы и психологической консультации, здесь предоставляется возможность для временного проживания. Как показывает практика, смена обстановки и интенсивная работа с профессиональными психологами дает положительные результаты. Мы сейчас сотрудничаем активно с Министерством образования Московской области, Министерством социального развития Московской области и, конечно, с нашими люберецкими органами управления и образования, и опеки, попечительства и соцзащиты на работу вот по этой программе. В настоящий момент социально-психологическую помощь в детской деревне СОС Томилино получают 20 семей. У каждой из них своя история и проблемы, но цель у сотрудников учреждения одна – создать благоприятные условия для детей, чтобы они росли в заботливом семейном окружении. Луиза Егиазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.